друзья, здравствуйте всем. Ну что сказать, сегодня 2 февраля у нас. Вот появилось у меня немножко времени на рыбалку, я собрался, иду. Ну вот, закончились у нас шторма надолго, не знаю, но вот сегодня такой денек тихий, просто было грех оставаться дома, поэтому я решил попробовать чего-нибудь. Так что узнаем, что да как будет, это позже. Вот там, дорогие друзья, за этими деревьями высокими, да, не очень находится Курский залив. Эпичный Курский залив. Водоем такой рыбный, можно сказать, но недоступный бывает, что погодные условия не дают рыбакам половить здесь рыбу. Все залило, схватилось толистенькой корочкой. Еще не факт, что дойду до предполагаемых мест. Смотрите, как все залито. Это не водоем. Напоминаю, 2 февраля 22 год. Зимы как не было, так и, понимаю, не будет. Хотя нашу погоду сложно, так сказать, отследить точно. Вот речка, которая должна нам сегодня принести рыбку. Довольно-таки прозрачная. Людей нету. Какие-то следы. Ну, довольно-таки крупные. Довольно крупные следы. Птицы. Все, они обрываются. Это лебедь-крикун, который у нас тут не проживает. О! У нас шипуны живут. По-моему, дорога бобра натоптана. Ну что сказать-то, рыбка есть, вот она. Видите, рыбка-то какая у нас. Такие ребята только клюют. Плотвы не обнаружено. Не обнаружено. Где-то там она.
вот она. Видите, рыбка-то какая.